личного отношения к большому количеству выходных у меня нет по одной простой причине. Потому что я работаю на интернет-портале, а в интернет-сфере все должно обновляться каждую минуту. Соответственно, никаких выходных, помимо тех, которые мне даются по работе, у меня нет. И, в принципе, у меня такая профессия, которая не подразумевает рабочего времени, нерабочего времени. Я могу писать там до 3 ночи или до 5, а днем могу отдыхать. То есть это все зависит от непосредственной, так сказать, каждодневной моей ситуации. Поэтому я не чувствую, опять же, тех же вот этих, так сказать, 8 или там 10 дней новогодних каникул. Если я в это время в отпуске нахожусь, то я нахожусь в отпуске. Если я не нахожусь в отпуске, то я эти дни работаю. Соответственно, сказать, что я не ухожу в запой на 8 дней или на 10, когда Новый год, это не моя тема. Может, и хотел бы, но нельзя. Вообще, так сказать, не свойственно мне. Я там могу там пару-тройку бокалов вина выпить или там, значит, даже с друзьями хорошо посидеть и покрепче. Но, так сказать, с утра, например, не употребляю никогда. Если праздники провоцируют большую часть населения, чтобы употребляло с утра, это плохо. Это по здоровью бьет. Это мне не нравится. Но в целом, знаете, я хорошо достаточно знаю, прожил там несколько лет, ситуацию в Соединенных Штатах, и я могу сказать, что там люди перерабатывают, там у людей очень маленькие отпуска, там я вижу, что там люди не работают, чтобы жить, а живут, чтобы работать. И это, мне кажется, очень плохо, потому что все-таки работать надо много, но в то же время получать от жизни удовольствие. И, в принципе, если, конечно, брать две крайности, нашу с праздником каждый день и американскую с отсутствием праздников практически вообще, за исключением там редчайших, то, наверное, где-то, так сказать, какая-то золотая середина должна быть. Но мне бы, конечно, хотелось... То есть я сам тоже люблю жизнь, и отдыхать люблю, и праздники люблю. Поэтому я никогда не скажу, тем более вслух, но и про себя тоже, что давайте все отменим все эти праздники новогодние и так далее. У людей есть, помимо отпуска, еще вот такая вот возможность легального отпуска во время новогодних каникул. По-моему, это только хорошо.